Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks, да, и сегодня у нас арта 5 уровня, американская, вот, вот такая вот, красивая, с открытой рубкой, М41HMC, так классно иногда со старших левелов спуститься в песок, покатать, потому что там у тебя все горит, а здесь ты получаешь удовольствие. Да, арта это не та техника, на которой можно получать удовольствие, но все же. И прежде чем мы продолжим, у нас полноценный гайд сегодня обзор. Вот, пишите комментарии под видео, побольше комментариев, да. Что вы думаете об этой арте. И сделайте, пожалуйста, то, что просит вот этот гражданин. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Ну а мы с вами переходим сначала к основным модулям. Бронирование мы смотреть не будем, потому что смотреть здесь не на что. И пушек. Пушек у нас всего лишь одна. Вот, и, соответственно, 500. У нас максимальная альфа на этой пушке, если вы пробьете, да, с бронепробитием 38 на фугасе с оглушением, 48 на фугасе без оглушения и 150 бронебойным снарядом. Вот. Заряжается пушка чуть меньше 30 секунд. У нас, значит, точность 0,82. Я когда смотрю такие цифры на Артемии, безумно, конечно, сравнивая с танками, но это жесть, 0,82. Попробуй попади, да. Время сведения 7 секунд, 7. Вот, средний урон в минуту 1034, ну, ДПМ. Короче, жесть, но арта есть арта. По поводу рации, нам этот модуль очень важен, потому что мы принимаем данные о местоположении врагов, и, соответственно, чем дальше у нас радиосвязь, тем лучше, обязательно качайте. Вот, двигатель, ну, помогает занимать позиции быстрее, но тут разница небольшая, поэтому не основной модуль, можете, в принципе, и не вкачивать, спрос, проходите ветку. А вот ходовую надо качать, потому что здесь у нас 18 градусов в секунду поворот шасси. И здесь, кстати, 18. Нет, тоже можно сэкономить на самом деле. Обычно всегда плюс идет, а здесь его нету. Да, 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 да. Да, нету. Вот, короче, основное это рация для этой арты. И ходовая, по-моему, необходима, чтобы поставить топовую рацию. По-моему, нагрузка на шасси не позволит поставить топовую рацию, если вы ее не прокачаете шасси. Вот. Ладно, модули посмотрели. Теперь, что касаемо оборудования. Оборудование с открытой рубкой. С открытой рубкой. Ставим дефолтный комплект арты. Это досел, это усиленные приводы наводки и УМП, улучшенные механизмы поворота. Ничего здесь другого больше ставить не надо. На этой арте, в отличие от других арт на пятом уровне, да и вообще на других уровнях, у нас аж три типа снаряда. Осколочно-фугасный с оглушением. Просто осколочно-фугасный. Основное отличие это у нас бронепробитие. Здесь чуть-чуть повыше на 10. Да? И есть бронепробитие классное, 150. Кумулятивный снаряд. Но надо попасть. Да, надо попасть. И тогда средний урон 360 меньше. Я из всех этих типов снарядов вам всегда рекомендую играть на осколочно-фугасных с меньшим бронепробитием, но которые приносят еще и оглушение. То есть можно делать ассист по оглушению, то есть увидели врага, газанули в него таким снарядом, и пока он в оглушении, вероятно, по нему будут стрелять ваши союзники, а вы будете получать ассист по оглушению. Полезная вещь. Полезная вещь вообще в бою для вашей команды, с вашей стороны, как артовода. Вот, далее. Значит, по снаряжению, ремка, аптечка и желание. Вот здесь огнетушитель не нужен. Поверьте мне, если вы загоритесь, вы сгорите. А если вас будут убивать и вы загоритесь, вы только потратите деньги на огнетушитель получ. Поэтому лучше ставьте сюда доп-паёк. С доп-пайком реально и сведение лучше. И все лучше. Что тут даже рассказывать. Экипаж у нас 5 членов экипажа. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот, по один из важных параметров для любой арты, это угол вертикальной наводки. Чем он больше, тем вы будете закидывать за препятствия, там сложные шоты делать. Да. У нас здесь 45 градусов, соответственно, это говорит о том, что это стандартный параметр,
то есть вы не обладаете какими-то сверхвозможностями забрасывать за препятствия. К сожалению, так. Вот, по ХП у нас мало, 300. По мобильности хорошо едет, кстати, арта, 56,3 вперед, 14 назад, удельная мощность почти 15 лошадей на тонну. Вот, по незаметности тут все хорошо, неподвижные машины у нас перк незаметности прокачан, 33,6, ну 33,36, это вполне себе. По обзору, естественно, любая арта, и наше не исключение, мы слепы. По плюсам, минусам данной арты. Хороший сплэш на снаряде, прям хороший. И долго держится. Но пушка долго заряжается. К минусам можно отнести углы вертикальной наводки. Был бы градусов 60, бы, ух, за дома бы забрасывали лизаками. Ладно, это все полемика. Предлагаю окунуться в интересную игру на пятом левеле. Это вам не восьмой, не девятый, и не десятый левел. Это пятый. Там, где действительно вы играете с улыбкой. Едем. Так, у нас обзор боем арта американская, 5-го левела, М41 HMC. Вот, попали мы в одноуровневый бой, пятерка. 100 лет на арте не играл. Сейчас играю. Тык, 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 тык. Че, направо, наверное? Тяжи поедем бить. Ух, одни оранжевые и красные игроки. Одни профессионалы просто. Гриль прям тут. Ствол поднял. Зачем туда-то ехать? Че это они, АФК все? Что происходит? А что все спят? Так, ждем. Слушайте, ну дальность хорошая обстрела. Что у нас? Точность такая себе. Ладно, заряжаем. Ух ты, там Кови едет. Да. ЛТшечка у нас тут катается. Нормально вообще? Дичь какая-то. Просто дичь. Чё вообще происходит? Кто-нибудь подскажет, что происходит? Пять баллов. Точность орудия просто уникальная.
Ура! Первые 182 урона. Круто! Эх. Точность пушки прям вообще кусок дерьма. Все, готов. Убили Т-67. Так, ну там на том фланге вообще уже одичали эти другали. Сводиться надо до конца. О, попали. Ну все, имбарда. Теперь буду играть только на арте. Нифига себе, мы тут всех убили. Чё там, Бишоп, как себя чувствует? Убегать-то будет, нет? Не попали. Бишопа. Но он, наверное, стоит, даже не шевелится. На этих левелах кто-то так играет. А, на свою другую сторону. Без нас. Не, уехал, бля. Вообще. Фантастика. Так. Засвет. Далеких планет, давайте. О, бежите. Ты куда, родной? Эх, мимо. Ну все, победа. 10-3. Ребят, настреляли целых 500. Ну, точность пушки, конечно, ахуй. Но это арта, чё. Ребят, 500 урона. Нифига себе. Да. Чё можно сказать за эту арту? Все круто. Все круто, только вот кривая, да. А какая арта прямая? Да, она вся кривая. Да. Ну-ка. Вот. Лев. Лев сейчас всех убьет. Так. Пока сведешься, уже всех переубивает, да? Все. Все. Я же говорю, пока сведешься, все. Вы думаете, Т-67 тут? Нет. Вот где. Прячется. А я ему не закину. Его сейчас в спину. Ё-моё, ну что ж такое? Ну все, Т-67 последний из магикян. Спрятался за камушком. Срань такая. О, попали! Ребята, за камень забросили. Вот вам американская арта. Победа! У нас оси 186, 620 урона. Итого сколько? Правильно, 700, 800 суммарного урона. Много ли это мало для арты 5 левела? Я считаю, нормально. Нормально. Чтобы больше накидать, я не знаю, что это за бой должен быть. Во-первых, на 15 минут. Во-вторых... Должно повести в конце концов. Так. Все, вот заняли не стыдное 5-е место в команде по урону. А у нас еще ассист. Вот так. Все, мы крутые. Ладно, а если серьезно, хорошая ли эта арта и плохая? Как для меня вся арта она плохая. Я не артовод.
Но не ездил на арте, я не знаю, сколько не играл. Первый бой сейчас сел за долгие месяцы. Вот просто, вот, как последний раз обзор снимал, да. И сразу что-то там даже настрелял. Вы скажете, да это команда противников, идиоты. Да, безусловно, но в моей команде тоже идиоты. Идиоты, которые стояли АФК на базе и все такое. Вот. А в целом, что можно про американскую арту вот эту сказать, да? Краткоствольное орудие уже намекает на то, что она кривая. Хотя по цифрам вроде более-менее. Вот. Но летит дофига мимо. Очень дофига мимо. В целом, обычная арта без приукрас. Арта как арта. Так что, ребята, именно вот такое оборудование ставьте. Ничего другого здесь не надо. То есть все четко, все понятно, что именно ставить на арту. Пишите свои комментарии, как вам эта арта, нравится, не нравится. Какой я классный артовод, напишите. Прожмите лукусы. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. А до скорых встреч. Пока. Поддержи брата танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.